Зачастую появление нелегальных многоквартирных домов можно избежать на начальной стадии, когда вместо разрешенного по документам индивидуального жилого дома вырастает многоэтажка. Ну что, бомба замедленного действия, что по себе и показывает сегодня. Появляется самострой, какой-то эксперт, потом судебное решение, а потом он загорается. Дом. Есть конкретные виновные в каждой ситуации, которые допустили вот именно подобные ситуации. Есть те, которые читали документы, понимая, но почему-то их подписали. Есть те, которые согласились с судебными решениями и с фактом проживания там людей. Это в первую очередь власть. Я еще раз подчеркиваю, я первую ответственность возлагаю на власть, на тех, которые должны обеспечить в том числе комфортное проживание людей в нормальных домах, которые построены в соответствии с законом, а не в самостроях. Прошу конкретно разобраться, и не важно, что там будет, заключение эксперта, без различия чиновников, иначе мы никогда порядок не наведем. В Краснодарском крае продолжается борьба с самостроями. Только в прошлом году в суды было подано более 1000 исков о сносе капитальных строений. Из них 71 – это многоквартирные дома.